Я получил. От его величества. Короля. Я имею... Успокойся. Расслабься. В рождественский день. Обратиться ко всем мы... Говори! Учишься ораторскому искусству. Это обсуждает весь город. Я пытаюсь только... Жаждешь внимания аудитории, Берти? Извините, доктор, чего вы намерены добиться? Это классический метод. Он излечил Демосфена. Тот жил в Древней Греции. А кого еще? Теперь я попрошу вас прочитать «Богатство слов». Преодолевайте, ваше высочество. Отчетливей. Сосредоточьтесь, ваше королевское высочество. Я чуть не проглотил ваши чертовы штуковины. Тик-так, сейчас взорвешься. Так больше не может продолжаться. Пообещай, что это все. Я уверяю, никто не начинает говорить заикание. Когда вы начали заикаться? 4, 5. Это типично. То есть, мне сказали. Я не помню, когда не заикался. Говоря сам с собой, вы заикаетесь? Не, разумеется. Это подтверждает, что ваша проблема не была врожденной. Что стало ее причиной? Я не знаю. Дэвид дразнил вас? Ну, конечно, все дразнили. Берти. Отец поощрял их в этом. Кричал: говори, парень. Думал, что я перестану заикаться. А вы по природе правша? Левша. За что меня наказывали, я стал правшой. Жалко было ведьме мне давать поесть. Ступили вы на ложный след, доктор. Что за чертовщина в вас вынуждает меня говорить о нем чертову уйму времени? Грубо, но бегло. Ругаетесь вы без запинки. Да пошел ты! А похлеще слабо? Почему? Пошел подальше, треклятый ублюдок. Первоклассник такую брань переплюнет играющим. Нахрен! 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 Чтоб тебя! Чтоб тебя! Чтоб тебя! Чтоб тебя! Чтоб тебя! Да пошел ты! Да. Пошел ты! В задницу! В задницу! В задницу! Вот видите, пошел без ты! Нахрен! Писька, черт, дерьмо и сиська! Я запишу ваш голос и воспроизведу потом вот на этом аппарате. Вы включили музыку. Я знаю. Вы включили музыку. Я знаю. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться.